Пробуем. Пару раз дернем. Убираем плуги. Убираем культиватор междурядной обработки. Да, и навешиваем бороны. Она очень мощно смотрится. Просто будет картинка красивая. Ну, с бараной, конечно, будет покрасивее смотреться. И также мы снимали ковшик. Да, навешивается. Трехточная навеска. Да, на эти точки ковшик гидросистемой поднимается. Борону-то тоже сам делал? Нет. Раму? Раму, конечно. А кто? Бороны заводские, а рама самодельная. Самое трудное позади. Шпильку. Стандартной высоты. Во, все. Иван Данилович, расскажи про этого белого коня. Что за трактор? Зачем он тебе нужен? В огороде трудоемких процессов много. Междурядная обработка, окучивание, перевозка выращенного урожая. Все это облегчит мини-трактор. Многие покупают, а кулибины, самоделкины, вроде бы Ивана Крестьянина, делают самостоятельно. Вот. Расскажи, да, про него. Из чего, какие узлы, какие агрегаты, от чего использовались? Узлы и агрегаты, все бэушные, из металлолома. Как и любая машина, состоит из рамы. Рама установлена на опорные колеса, и на раму установлен двигатель, коробка перемены передач и задний мост. Что это за двигатель? Двигатель ZID-05, широко применялся в 60-х годах в СССР. Угу. А на данный момент широко применяется у кулибиных. У мелких фермеров, предпринимателей, самоделкиных, да. Так. Коробка переменной передачи ГАЗ-51, корзина муфты сцепления стандартная. Значит, стандартная от чего? Тоже ГАЗ-51. Привалочная плоскость изготовлена самостоятельно со ступицей для крепления маховика внутри. И цепная передача для понижения оборотов, увеличения мощности. И сразу же, обратите внимание, вторая цепная передача для привода гидронасоса, гидросистемы трактора. Трактор гидрофицирован, стандартный гидрораспределитель для подключения выносных цилиндров и управления навеской.
Далее, значит, мост с электрокары. Привод на мост с хвостовика коробки передач на хвостовик заднего моста цепной. Его не видно под щитком. Но тоже мощная цепь понижает обороты, повышает мощность на ведущих колесах. Так, гидровыходы, да? Ну вот гидрораспределители на цилиндр навески. Да, это вот на навеску. А если нужно на прицепе каком-нибудь, значит, подсоединить к выносному цилиндру, тоже берется с распределителя секция, подсоединяется, можно поднять. Трехточная навеска орудия. Трехточная, да. Так. Ну, здесь один рычаг использую. Так, сейчас, давай еще раз. На навесное устройство использую один рычаг гидронавески. Имеет положение нейтральное, подъем, опускание. Бак. Бак топливный, бак стандартный, с двигателем ZIT-05 комплектуется. Только сейчас вынесен за пределы, значит, в удобное место, местоположение. А вот это что за бак черный? А это бак гидросистемы. Для работы гидросистемы нужно масло. И бак изготовлен индивидуально, самостоятельно, просто из листового железа. Довольно-таки сложная конструкция. Нужно было сварить без подтеканий и варить горловину с фильтром. Все изготовлено так, чтобы было плотненько и не подтекало. И функционально. Так. Так. Про рулевое колесо. Рулевое управление стандартное, ГАЗ-51. Да. С передачей тягами на передний мост управления. Ну и самое оригинальное здесь передние колеса. Вот в раннем периоде развития СССР, да, трактора были на железных колесах, да. А потому что не было резинового хода. Ну и у меня нету резины такой. А этот надобности и нету. Потому что трактор работает только на огороде, на мягком грунте, и нужно надежное управление по колее, что обеспечивает изготовленные данных колеса. Из тракторной тележки, вот взято с тракторной тележки, диски раскручены, получилось два колеса. То есть раскручены в смысле разрезаны? Ну вот, смотри, вот рядом тележка, там колеса состоят диски из двух половинок. Я понял, да. Из двух половинок. Располовинил эти половинки. Да. Из ходового ремня комбайна сделал бантаж. Вот такой. И меня вполне устраивают эти колеса. Так. Задние колеса. Задние колеса. Цепью от. Грязевая резина у тебя стоит тут. Значит, для междурядной обработки и работы в огороде он легкий, буксует. Поэтому применен мощную почвозацепы. Надежно, дебело и то, что было под рукой. Отлично. Почему сиденье в таком виде? Неудобно на жердочке сидеть, наверное. Мы можем сейчас исправить, взять мешок белый и натолкать туда соломы, и будет выглядеть культурно. Давай сделаем. Давай. Давай. А вот теперь кресло смотрится значительно лучше. Замечательно. Так, а вот это что за крышка, расскажи, пожалуйста. Это просто воздухоочиститель двигателя. Да. Ты видишь. Так как оно выходило за пределы облицовки, пришлось сделать технологическое отверстие. Так.
Как заводим, как рассказывай? Ну, запуск при помощи шнура. Планирую установить стартерный пуск. Есть окно для установки стартера. Это же корзина стандартная, и там есть стандартное окно для установки стартера. И всего делов. Ставим стартер, аккумулятор, получается. Получается запуск, как положено. Как положено. Сим-сим, заводись. За глушение трактора как происходит?
просто перемыкается зажигание на массу, свеча на массу, и все. И все, и трактор глохнет. И трактор. Слушай, ну супер. Как долго ты его делал? Ой, он долго стоял в отстое, ждал своего времени. А так доделал за зиму. За эту зиму, да? Не за эту, за прошлую. За прошлую зиму. Просто база заложена была давно, лет 10 больше назад. Угу. Но руки не доходили, из-за основной работы было развитие крестьянско-фермерское хозяйство. Понятно. А ты чертежи или чего там? Нету ничего? Все вот так вот? Все на месте? Вечером ложусь спать, проектик на день. Реализовал проектик. На следующий день, значит, рама, колеса. На следующий день установка двигателя. На следующий день муфта сцепления. И вот так... Ну, то есть, никакого там, я не знаю, журнала «Юный техник», там, «Моделист-конструктор», «Интернет». Экспромт, и исходит же из своих материалов. Так как вот сложная компоновка муфты сцепления с двигателем, там пришлось голову поморочить, подумать и свои наработки. Значит, для установки муфты сцепления... Нужно было закрепить маховик на валу. Желательно стандартное сочленение использовать. Я взял просто от автомобильного коленчатого вала, отрезал заднюю ступку. И поставил ее на подшипнике, на приливочной вот этой плоскости. Приварил к этой ступке шлицевой конец. Вот здесь шлицевой конец. И на шлицевой конец установил звездочку. А с той стороны стандарт же получается, что от коленвала хвостовик, там флянец с резьбой. Просто ставишь стандартно на болты маховик, и вся муфта сцепления комплектуется стандартно. Еще какие были сложности? Помимо того, что где взять детали? Сложности. Ну, самая большая сложность — это сварить было гидробак. Гидробак. Да. А остальное элементарно. Ну, про гидробак мы уже поговорили. Что вот здесь? Бери и делай. Была цепь мощная, докупил промежуточные и установил. У людей, которые делают своими руками, у них все просто. Да что там сложного? Бери да делай. Да. Да. Брать и делать. План себе вечером в голове придумал, да. Утром пошел и сделал. За день реализовал. Слушай, ну вот я удивляюсь людям, которые вот такие вот вещи всячески могут придумывать и, главное, реализовывать. Мне кажется, это такой склад характера и склад ума, когда вот все в руках горит, я не знаю, я вот не такой человек, и я очень... Это творчество. Вот Валентин Николаевич у нас творческий человек. Иван Данилович — творческий человек. Мы вообще часто... Сыры варить — тоже это творчество. И вот я на самом деле очень удивляюсь и очень восхищаюсь такими людьми. Что хотелось бы сказать в этой связи? Все, что вы видели, что я сделал, нейтрализуется действиями властей. Это об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Ну, давай. Я хотел бы увязать это. Увязать? Потому что ну, давай. Все вот те наработки, что я вам показал, ничто по сравнению с тем... что со мной происходит во взаимоотношении с властями. Ссылочка на первую часть борьбы Ивана Даниловича будет вот здесь. Посмотрите, а мы сегодня еще запишем, что изменилось в худшую сторону. Да, когда мы у тебя снимали? 2 года назад, наверное, уже? В 2014 году. В 2014 году, да? То есть, что изменилось или с того времени? Это мы запишем чуть попозже. 15.